Сейчас на этом участке бесконечные автомобильные пробки, но скоро машины поедут другим путем. Пока будет идти реконструкция заводского шоссе от улицы 22-го партсъезда в сторону Авроры, транспортный поток пустят по временной дороге. Ее построят параллельно главной. Где мы сейчас стоим, вот линия электропередач высоковольтной 110 кВ вот, проходит. За ними мы планируем сделать эту объездную дорогу, которая в две полосы пойдет. Ну, она и сейчас фактически у нас две полосы, но она пойдет вот примерно в 30 метрах от существующей проезжей части, туда вот в сторону железной дороги. Реконструкция заводского шоссе – одна из стратегически важных строек Самары, выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как идут работы, проверила глава Самары Лена Лапушкина. Как выяснилось, дорожники укладываются в график, однако периодически сталкиваются с новыми проблемами. По ходу реконструкции заводского шоссе обнаруживаются десятки километров неучтенных коммуникаций. Многие из них были проложены еще в 40-е годы, и установить собственника удается не всегда. Тем не менее, большая часть этих проводов находится под высоким напряжением и питает электричеством расположенные здесь предприятия. Работы предполагают перенос коммуникаций, обустройство ливневой канализации, замену всего дорожного пирога. Для этого сначала снимают слой грунта глубиной 96 сантиметров. Затем укладывается основание, песчаный слой, геотекстиль, два слоя щебня и три слоя асфальта. Но перед этим необходимо провести подземные сети по новому контуру. Ищем решение с энергетиками. Находим общий язык, и проектировщики пытаются этот вопрос решить для того, чтобы не было здесь каких-нибудь несчастных случаев. Сейчас ищем решение, в какую зону их вынести. Как только будет у нас проектное решение, мы начнем выносить эти кабеля за линию проезжей части. Реконструкция заводского шоссе рассчитана на 2 года. Общая стоимость контракта – 650 миллионов рублей. Все работы должны завершить уже до ноября. К этому времени здесь появится современная проезжая часть шириной 16 метров. Благоустроит также и прилегающую территорию. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.